Партнер рубрики «Ювелирная сеть. Золотая черепаха». Золотая черепаха. Днем и ночью мы сияем для вас. 27 марта – день пассивной со сбалансированной энергетикой. Центр напряжения – авантюризм, центр гармонии – организованность. Овны. Ваша коммуникабельность, общительность и информированность могут открыть перед вами массу новых возможностей, приятных знакомств и полезных связей. Тельцы. Воздержитесь от операций с недвижимостью. Откажитесь от судебных тяжб и конфликтов с представителями закона. Сил потратите много, а толку будет мало. Близнецы. Есть возможность хорошенько закрепить полученные уроки. Жизнь поможет еще раз вернуться к уже пройденному. Что-то улучшить, что-то изъять, а что-то исправить. Раки. Особое внимание на идеи, с которыми вы будете соприкасаться сегодня. Какая-то из них будет способна в корне поменять вашу жизнь, принеся с собой успех и процветание. Львы. Если в работе будут возникать трудности, не отступайте и не сдавайтесь без боя. Вероятнее всего, они будут лишь трамплином к грядущим позитивным переменам. Девы. В бизнесе кризис новых идей способен повлечь за собой застой. Не успокаивайтесь на достигнутом. Ищите новые новаторские технологии и оригинальные решения. Весы. Прекрасный период для духовного развития. Только берегитесь донайцев дары приносящих и не стремитесь к молочным рекам с кисельными берегами. Скорпионы. День активной работы с мобилизацией резервов, особенно эмоциональных. Преуспеют те, кто мало использует прошлый опыт и находит новые оптимальные решения. Стрельцы. Будьте сегодня коллективистами, интернационалистами, особенно в вопросах экологии, бережного отношения к природе и популяризации заповедных мест родного края. Козероги, обратите внимание на то, с чего начинается ваш сегодняшний день. Вероятно, жизнь дает вам подсказки и предупреждает о грядущих событиях вашего ближайшего будущего. Водолеи, загадывайте сны, интересуйтесь родовыми тайнами и наследственными способностями предков. Учитесь грамотно мотивировать себя в движении к поставленным целям. Рыбы, знаковый день, связанный с преодолением личных комплексов и выстраиванием финансового благополучия. Под прессинг попадут чувственная сфера и творчество.